Так, сейчас переходим ко второй посылочке и смотрим, что здесь у нас. Как бы не повредить. Если честно говоря, даже не знаю, что здесь. Продавец, видите, самая маленькая, наверное, посылочка у меня. Давайте как-то... Блин, опасно. Продавец зажмотил чуть-чуть у нас. Честно говоря, не знаю, что здесь даже. Буду рвать. Хорошо, буду рвать. А, все понятно. Это у нас держатели. Вот телефон, значит, покупал я на этих самых, на распродаже за 11.50, ну, 11 рублей, 50 копеек. Вот, два разных положил. Ну и ладно, пускай будут два разных, черный вот и желтенький. Вот тоже ссылочки оставлю на этого продавца, если нужно будет, в принципе, заказывайте неплохо, по 12 рублей. Ну сейчас, по-моему, они что-то не подороже стали, но все равно не так дорого. Наверное, самое дешевое на площадке AliExpress. Давайте проэкспериментируем. Вот у меня телефончик 5-дюймовый, как вы помните, кто смотрел обзор на Alcatel OneTouch Idol 2. Давайте поставим сюда его. Ну, в принципе, держит его. Так, желтенькую убираем. Черненькую ставим. Держит. То есть все удобно, можно тут фильмы, да, посмотреть, допустим. Но если планшет очень большой, там, допустим, 10-дюймовый, да, можно раздвинуть вот эти штучки, поставить. Вот. Идеально, в принципе. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ссылочку, как всегда, размещу под видео. Все, всем пока, до новых встреч.